И думаю, что если вы готовы, пожалуйста, дайте мне знать аплодисментами. Если мы готовы, то мы можем начинать. Мы играем музыку средневековую из Западной Европы, а также авторскую музыку. Ну и поскольку музыка наша атмосферная, западноевропейская, корнями своими уходящая глубоко в Средневековье, название наше немецкое. На это есть свои причины. И сегодня мы с вами послушаем средневековую музыку. Сегодня прозвучала сейчас для вас
песни, которая называется «Пир Фридриха», а сейчас прозвучит песня, которая называется «Ай, Вислалом». Интересная тоже история. Названа она в честь стихотворения Николая Гумилева. У него есть небольшой цикл стихотворений, как он назвал, на китайскую тему. И вот одно из них называется «Фарфоровый павильон». Это и послужило названием данной композиции. Thank you.
Так мы незаметно подошли к ирландской теме, потому что вторая часть фарфорового павильона авторской композиции, как я уже сказала, была сейчас ирландская композиция, она так и называется «Элан». А сейчас вы услышите зажигательную, опять же, ирландскую пьесу, которая так и называется «Айра, Ирландия», где наши танцовщики. На самом деле, вот мне очень нравится небольшая зарисовка про Ирландию. Хочу ее прочитать перед тем, как мы начнем играть следующую композицию. Она, кстати, называется «Волшебная Мэджик». Две недели блуждал Тристан по морю, пока не прибило его ладью к берегам Ирландии, неподалеку от замка Хэсседон. Там обитал ирландский король, его жена и дочь их Изольда. И была эта Изольда прекрасней всех женщин на свете, и не сыскалась бы в те времена никого, кто превзошел бы ее в искусстве врачевания, ибо ведомы ей были все травы и их свойства. И минуло ей в ту пору 14 лет, когда Тристан очутился в гавани, исполнилась радость его сердца от того, что увидел он перед собой неведомую землю, и еще от того, что избавил его Господь от гибели в морской пучине. Тогда взял он арфу, настроил ее и принялся наигрывать столь сладостную мелодию, что еле заслушался бы всякий, кто ее услышал. Thank you.
Вообще, ирландцы народ романтичный, но завоевали во всем мире себе такое, даже не звание, скажу, но на самом деле они отзываются как об очень воинственной нации. И даже в самых мягких или лиричных каких-то их мелодиях все равно проскальзывает вот эта вот воинственность. Следующая пьеса называется «Танец рыцарей». Такое чувство, которое должно постоянно работать в нас. И в первую очередь мы должны учиться прощать, учиться терпеть, учиться понимать,
вот этим молодым людям не хватило вот такого терпения. Итак, ярмарка Скарбора. Наш коллектив предполагает, конечно же, постоянный путь и дорогу. И вообще путь в жизни человека, наверное, это определяющая вещь в его жизни, определяющая всю его философию, потому что мы совершаем наш путь от рождения и до смерти, мы совершаем постоянные пути и паломничество в разные места, не только физически перемещаясь куда-то, но и, конечно же, перемещаемся душой, думая о ком-то, вспоминая о ком-то, или же, наоборот, стремясь с кем-то встретиться. Поэтому сейчас прозвучит «Снова в пути». Thank you.
Когда автор дает название своей музыке. С одной стороны, работая с детьми, я понимаю, что для них это очень важно. Но мы называем такие пьесы программные. То есть мы какую-то программу задаем, когда мы все слышим, на самом деле не только дети, но и взрослые не очень-то отличаются от детей. Когда мы слышим название пьесы, мы уже что-то думаем на эту тему. Может быть, поэтому именно так часто композиторы дают название своим пьесам. Сейчас вы услышите песню про любовь. Это тоже авторская композиция. На самом деле меня здесь поправили коллеги и сказали, что это другая авторская композиция, но на самом деле у нас вся музыка про любовь. Так что я недалеко от истины. И сейчас на самом деле тоже программные. Если я вам сейчас открою секрет, что музыка, которая звучит, когда я говорю авторская, это музыка, написанная Константином, руководителем нашего коллектива. Вот, вы уже услышали. Вы услышали «Фарфоровый павильон» с «Новых путей». А сейчас вы услышите композицию, которая называется «Увидеть солнце». Thank you.
Спасибо вам большое за ваши аплодисменты, потому что мне самой эта вещь очень нравится. В ней мне удивительным сочетанием проявляется не только какое-то очень летнее настроение, но и постоянно проглядывает солнце. Правда, Олеся? Вот. Но следующий, как я уже и обещала вам, композиция, опять же, авторская. Она тоже про любовь. И тоже песни. Это уже песни, вернее, вот это не чисто инструментальная композиция. Это уже песни со словами, причем авторские не только музыка, но авторские и текст слов.